大家好，又是回来。我今天带从俄罗斯来的朋友，是他在台湾第一天，我带他来逛逛夜市，买瓜包跟吃他的当地的美食。我们来出去看看他的反应怎么样。我们又来第一次吃猪血糕 ，Oh my god！我个人也不敢吃，是要吗？要一个猪血糕，你用不了，用不了。要辣 ，spicy， 点 spicy 点。No， 不辣。Это тенбула. Это просто тесто. Ты, кстати, если будешь в Японии или в Корее, вот эта история будет везде. Really, I don't like something plain without any flavors. Just the bread, just the rice, just the I can't understand. But джушегао is not plain. They have also кинза и арахисовую крошку на ней. Сейчас, 老板, how? Это для вас.Если что, даешь? Нет. Я такую не ем. А я ем, я типа... эксперимент. Я не знаю, что это обычно. Примерно, что она тебе напоминает? Желе. Желе? Желатин. Ну, ты чувствуешь, что как ореховый и арахисовый соус и желе. Pay, is it real?Pig blood in it or what? I mean, it's real pig blood. Это очень кровь свиньи, пожалуйста. Но я просто думал, это настоящее или нет. Просто знаешь, иногда называют еду типа там pig blood, но из-за цвета, как будто бы, знаешь, там какая-нибудь она черная. Но на самом деле там нету крови свиньи. А вот она говорит, что действительно да, наверное. А что будет отсюда, товаренко и рамо джедао? Что будет дженда?Пик Блад, Цимаханан. Тут хорошо, что нет привкуса. Может, это из-за того, что соус. Ну да. Надо отвечать не то, что ты хочешь, а то, что ты не хочешь, минусы не часто. Дядя, что я не буду нял до джоши кол. Слушай, я не хочу. О, это? Это значит, да. По пять. Три, раз, два, три, четыре, пять.对，除台湾以外，其他的国家没有瓜包，对不对？哦，台湾的瓜包 ，Taiwanese burger， 西吉列，это у них значит капуста наподобие нашей квашеной, мясо и арахис. Это все называется тайваньский бургер. И этот шоп, он типа один из самых старых, такой прям топовый. Да. Арахисовый соус, как правильно называется, да? Это сладкий. Он популярен в Индонезии, в том числе везде. Ты видишь даже некоторые виды роти, такая шаурма. И там тоже есть. В Азии что-то полюбили арахис добавлять вообще во все блюда. Соленые, там, в горькие, в сладкие везде. Чем наша? У нас чисто мясо, у нее мясо именно там с жирком вот этим. Ну, сладко.Надо просто, да, прочувствовать. I haven't tried this for a long time, actually, really tasty. In Korea, they also use this kind of, they also meat inside. Meat, pumpkin or something. Чудово, Лайла. Пожалуйста, после вас. Why it's so sweet? Why so stinky, baby?Like a blue cheese fermentation. So it's not just cooked, it's for a long time. Yeah. How long does it take to make tofu? You can ask the boss. Every house is different. They want the taste different. Oh. It's hot? Hot. Just the tofu. Maybe sweet tofu.It's not bad. I spent here already 5 minutes, so I don't even know. For me, it's already smells also nice. Smells. Yeah. Stinky tofu has really interesting feature. It smells bad, but when you eat it, it just has this tofu flavor, as you say. Isn't that the reason? If it's the same taste, why do you like it?Why do you have this chodofu dish for what? Let me Google. Google isha, okay, Google isha. For help.
okay. It's good for what? Vitamin B12. Lysine, I'm not sure. What would I do now? I'd also be careful if we can find an meat. So, is it vegetarian? Yeah. Ah, maybe this is the main reason. Because B12 mostly in the meat. So if you cannot eat meat, you can still get vitamin B from like tofu. Итоговая оценка по чоу тофу. Ты первый раз, да, ты попробовал? Да, боюсь, я тофу попробовал первый раз. Я не скажу, что я любитель тофу. В принципе, для меня тофу это, наверное, четверка. Но вот этот тофу будет вам поинтереснее, как пять. Меня очень легко убедить, если я понимаю, что это супер полезно, я могу это есть. У меня нет такого ощущения, там люблю, не люблю, у меня как-то все от головы идет. На самом деле, видишь, у тофу у всех производных они полезные, у них тоже есть белок. Например, в России мы берем белок, например, из молочки, из молока, там, из творога, из мяса. А здесь они берут из тофу, вот этого токана, вот все эти истории. Да, да. Качки многие едят именно. После тренировочки они пьют soybean milk. Прям, да, даже соевое молоко в принципе. Да. Если вот тут большой плюс, что соевое усваивается легко. Да. Потому что у меня тоже лактоза, кстати, не очень усваивается. Поэтому, может быть, да. Соевый белок.